Согласитесь, что ловить рыбу там, где ее нет, не очень правильно. Поэтому для того, чтобы быть с уловом, нужно четко представлять себе, где живет, как охотится и чем питается объект вашей охоты. Нужно знать его предпочтения и его суточный режим, а также, как изменяются все перечисленные параметры в течение года и в течение суток. Вот на эти вопросы мы сейчас и постараемся ответить. Здесь нам поможет то, что окунь поистине вездесущ. Он обитает и в крупных реках, и в водохранилищах, и в маленьких ручьях, и в озерах, и в прудах. Значит, мы можем быть совершенно уверены в том, что в ближайшем водоеме окунь есть. Если его никто не может поймать, это ничего не значит. Не сдавайтесь. Ищите да обрящите. Итак, где будет держаться окунь? Если вы рыбачите на озере, то все просто. Скорее всего, основное поголовье окуня будет держаться у второй береговой бровки или у края прибрежных водорослей. При этом единичные крупные особи могут находиться в самой глубокой части водоема, периодически покидая эти места для того, чтобы покормиться на мели, где держится рыбья мелочь. С рекой сложнее. Здесь окуня локализовать непросто, но некоторые закономерности все-таки есть. Сразу в отдельную категорию выделяем места береговых аномалий, завалы и коряжни. В таких местах окунь есть всегда, хотя в них его ловить настолько неудобно, что скорее всего все ваши приманки будут очень быстро оборваны. В этом случае нужно ловить поблизости от таких мест. Но и здесь зацепы неизбежны. Относитесь к ним по возможности спокойнее. Вторая категория мест – камышовые и травянистые стены. Окуня здесь обычно меньше, чем в коряжнике, и он, как правило, более рассеян вдоль водорослей. Но и здесь он есть всегда. Любит окунь и любые укрытия, находящиеся на воде. В такие места его собирает невероятное количество мелкой рыбы, которая держится под ними. Окунь никогда не упускает своего шанса и всегда находится рядом, хотя держится чуть в стороне от этого изобилия. Очень удачными местами считаются песчаные косы и донные возвышенности. Здесь можно успешно ловить, особенно если поблизости есть места со слабым или отбойным течением. Однако наибольшее количество окуня собирают участки реки, где дно поднимается, образуя столы, возвышенности, которые окружены большими глубинами. Именно на таких участках водоема можно наблюдать так называемый окуневый бой, то есть определять наличие рыбы визуально. В этих местах, даже если боя нет, какое-то количество окуней находится постоянно. И из такого места практически невозможно уйти без рыбы. Серьезный, хороший окунь.